На Красноярском экономическом форуме глава Хакасии Валентин Коновалов провел встречу с послом Республики Казахстан в России Ермеком Каширбаевым. Достигнута договоренность о поставке в этом году из Казахстана в нашу республику семени от Эдельбаевской и Гесарской пород овец, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Хакасии запланировано проведение ряда спортивных, научных и культурных мероприятий, в которых могут принять участие казахстанские спортсмены, ученые и творческие коллективы. Перспективным направлением является и взаимодействие в области туризма – Напомним, что Казахстан и Хакасию связывают крепкие торгово-экономические отношения. Республика экспортирует в страну великой степи племенных животных, в том числе герифордской и сементальской пород крупного рогатого скота. Готовые продукты из зерна, муки, крахмала и молока, строительные материалы и пластмассы. А в Казахстане закупают кондитерские изделия и другие продукты – соль, серу, штукатурные и прочие материалы.